под занавес сезона. В ноябре у нас обычно завершается грибной сезон. В 2023 году весна запоздала на месяц, потом было сухо, и лишь осенью пролились первые дожди. Но этого оказалось достаточно, чтобы грибницы напились влаги и успели выстрелить своими плодовыми телами, которые мы обычно именуем просто грибами. Но не все. В основном это были зонтики и осенние опята. Уже в конце ноября выпал первый снег и приморозило. Но потом снова потеплело, и еще 19 декабря я обнаружил в лесу белые грибы. Ссылка на это видео в описании. Последний аккорд уходящего грибного сезона, фото грибов в середине ноября, я показываю вам в сегодняшнем видео. Всем удачи и здоровья!